добрый! На связи МК Бацкий! Сегодня мы рассмотрим вновь вышедшее дополнение для игры Europa Universalis 4 под названием Rule Britannia. Как вы знаете, Парадокс любит клепать своим игрушечкам ДЛС-очки. Вот вышло сегодня с вами очередное ДЛС-очка. Ну как сегодня? Вчера, на самом деле, я записываю это ночью. Вы уже смотрите 21 марта это, а дополнение вышло у нас 20 марта 2018 года. Естественно, я это дополнение взял, изучил его, вот видите, сохранка даже тут поразбирался, что и как. Ну и в целом, что могу сказать, надо посмотреть, что за ДЛС-очка, я думаю, вам это будет интересно, это было интересно мне. Стоит эта ДЛС-очка 259 рублей и посвящена, как вы понимаете, Англии, ну не только Англии, в первую очередь, хотя в первую очередь, безусловно, Англии. Но также Франция здесь затронута, Нидерланды, да и в целом весь мир, в этом мы сейчас с вами убедимся. Ну что, давайте зайдем, выберем Англию, детально посмотрим все новенькое, что в этой игре появилось. Как вы понимаете, название Rule Britannia — это отсылочка к патриотической песне, написанной в 1740 году на поэму Джеймса Томпсона с музыкой Томаса Арна, где есть такие слова: Британия rule the waves, the Britons never, never, never shall be slaves. Раньше тут была такое решение, сейчас решения остались, видите, уже некоторые изменения. Спеть музыку, эту мелодию, спеть враг Британии. Так что это уже не первое упоминание этого в игре от Парадоксов. Так вот, что изменилось? Давайте по порядку. Первое. В первую очередь появилась система миссий. Выглядит она так. Появился тут такой раздел задания, миссии. Можно переводить по-разному. Вот такая вот довольно интересная штучечка. Как правило, для основных стран она представляет, знаете, какие-то уникальные интересные миссии. Вот вроде, например, для Англии, там обновить Оксбридж, разобраться там с Францией, Столетняя война, все дела. Много чего интересного. Вообще, эта система, если вам знакома игра от Парадоксов, есть игра Hearts of Iron Fall, и там есть система что-то вроде такого вот фокуса, национальных фокусов политических. Вот что, чем-то эта система начинает напоминать ее. Только здесь мы не ждем, не исследуем как бы их, а просто указано как такие ветвления политического развития событий. Ну, не только политического, в первую очередь. Соответственно, что было сделано? Убрана здесь система миссий, где мы могли какие-то миссии брать, выполнять, бонификаторы какие-то, этого теперь нет. Теперь у каждой страны есть задание. Есть общий стандартный набор, давайте даже для примера зайдем за какую-нибудь, ну не знаю, там, задрипанную страну, где ничего такого креативного, наверное, не будет, если, конечно, Парадоксы не углубляются. Вот типичный пример, мы зашли за Чероки с вами, да? В новом свете. И вот здесь вот такая вот стандартная схема, вот так вот выглядит. Заполнить лимит армии, расширение державы, завоевать новые владения, собрать армию, объединить столичный регион. Система отталкивается от системы миссий, что есть некоторые условия, которые надо выполнить. Нам не надо брать миссию. Если условие выполнено, то мы можем щелкнуть, что-то нам подсветится, нам уведомление выскочит, что миссия выполнена. И мы получим эффект, который он дает. Вот, например, если мы соберем армию размером с нашей максимальной численностью, в данном случае 7, то в таком случае миссия будет выполнена, мы щелкнем, у нас боевой дух армии плюс 5, содержание армии минус 5% будет на 25 лет активно. Вот так вот это работает, вот так вот выглядит стандартная система, довольно просто, понятно, в основном акцент на армию, на расширение, на экономику тоже сделан довольно неплохой акцентик. Но в первую очередь нас должны интересовать. Я не буду, пожалуй, стандартные страны рассматривать, ибо это не очень интересно. Мы с вами поговорим, в первую очередь, о таких гигантах, где были созданы особые ветви. Даже, кстати говоря, для Византии на основании, если у вас есть это дополнение с Фениксом, тут система тоже, как вы видите, довольно интересная. Защитить Гренцию, возвращение Восточных островов, вплоть до восстановления Пентархии и возвращения Рима. Даже Ломбардия, в Италии тут все делишечки. Довольно интересная система, идет ветвями, то есть надо выполнить предыдущие миссии, задания, прежде чем выполнять что-то новое. У нас в первую очередь интересует Англия, давайте посмотрим, что тут у нас конкретно есть. Первая ветка — собрать войска. Нам надо 100% армию полностью иметь, запас рекрутов 60% плюс и один генерал как минимум. Тогда мы получим вечные претензии на всю Ирландию, как вы понимаете. Потом мы получим с вами претензию на часть других земель, в частности на Шотландию. У нас даже будет противник казус белли подчинения, довольно интересный, если мы это выполним, эту миссию. Дальше, если развивать эту ветку, то у нас будет миссия завоевать Шотландию. Надо выполнить предыдущее задание, захватить. Ну, наверное, я даже условия не буду рассказывать, потому что они так понятно, занять Александрию, что нам надо контролировать провинции соответствующие, к примеру, да? Просто давайте посмотрим, что и как идет.
что мы можем как бы вторгнуться в Шотландию по этой ветви. Когда войска соберем, можем в Ирландию, в Шотландию у нас варианты такие. Морская империя, ну куда же, Англия без кораблей. Если мы сделаем сильный муфлот, то мы получим с вами претензии на Гибралтар, сможем его захватить. И потом дальше на Балеры пойти, на Мальту, тоже довольно интересно. Увеличить охват, Мальта, Крит, Кипр, вплоть до сюда дойти даже. И власть в Средиземном море, что там даст даже возможность захватить Сицилию. То есть как бы контроль всех этих островов, это конец этого направления. Есть вариант еще, для которого надо выполнять оба условия. Занять Александрию, поэтому давайте пойдем от этой стороны. Война Росса, ее никто не убирал. Стандартное такое, такое бедствие, которое в Англии встречается, я думаю, у многих. Вот оно здесь, собственно говоря, и представлено. Что когда оно начнется, либо если же вы каким-то образом схитрялись, чтобы оно не произошло и реформация наступила, то вы сможете выполнить эту миссию. Как бы немножко восстановиться сможете. Потом религиозное единство защитить. Если вы защитите, получите приятненькие бонусы. И будет интересная вещичка под названием Английская империя. Вам надо стать империей. Вы получите очки. И в итоге появится возможность даже влезть в Египет. Вначале взять Александрию. Куда же без нее? Ценная торговая территория, как вы понимаете. Через нее у вас даже будет возможность взять Египет. Да, вот такие вот даже планы. Довольно амбициозные. Но это нормально еще исторически. Но тут есть и вещи интересные. Столетняя война. Довольно противно, если вы играете за Англию, события сдачи Мейна, после которого либо вы теряете провинцию стабильность, либо воюете с Францией как нападающий, но при этом, ну, за унию, что очень важно, если выиграете, получите приятный бонус, но тут очень сложно выиграть на самом деле, то вы получите претензию на Иль-де-Франс, потом, если вы возьмете Париж, вы получите претензии на Британь. Будет у вас КБшечка восстановления унии, если вы еще это не через Мэн пошли, например, это будет у вас действовать. Ну и починить Францию, если вы это сделаете, то восстановление будет больше. Самое интересное, что Британию сможете скушать через Британию Анжуй, пойти занять Бургундию и так далее. Тут колонизаторские миссии у нас есть, колонизировать Америку, Карибы, 13 колоний, которые вам дают приятные плюшечки, желание свободы понижает, заселять их позволяет вам, открывает южные моря, Индия, колонизировать Малуки, Малукку, тоже интересная тема здесь находится. Но сам это еще, как говорится, цветочки. Самое веселое, вот это вот меня больше всего позабавило, что если мы здесь с торговлей разберемся, то мы получим претензии на Бремен и Любек. Потом можем пойти на Ганзу, получить Ригу, претензии на Восточную Пруссию, все, это вот на вот этот весь региончик. Вот этот вот. Нормально, да, но при этом мы тут сможем довольно сильно повеселиться. Как видите, много-много-много вечных претензий вам дается, то есть, если что, вы их не просрочите. На инновации и промышленное обновление тоже есть миссии. Это основные миссии Англии. Я посмотрю еще, покажу вам миссии, пожалуй, только Шотландии и Ирландии. Ну, Францию можно так вкратце глянуть, а остальное я не буду заморачиваться, они по многому формате имеют те же старые задания, миссии, которые были по старой системе, просто они теперь с картиночкой и несколько переработаны, а суть сохранена. Поэтому если вы играли, то у вас выскакивали какие-то события такие, там взять какую-то эту территорию и прочее, то знаете, что это уже было, если вы это не знали. А так, некоторые только для Шотландии, вот зайдем за Шотландию, тут у нас миссии довольно таки интересные. Как, кстати, уникальные миссии, подвешенные вот такими вот для стран, ну, такими вот значками страны. Что мы союз с Францией можем сделать в таком случае? Мы с вами получим претензии дальше на юг, сможем двигаться. В Ирландию можем влезть через Ольстер, тоже тут повеселиться, завоевать Ирландию. Дальше отодвинуть границы, это завоевать вот эти земли. И все южнее, натиск на Англию, постепенно с разными войнами двигаться. Завоевать Лондон, в конце концов, даже такое будет у нас с вами. Аннексия Лондона. Довольно интересная штука. Да, прикольная штучка. Потом править Британия за Шотландию, тоже прикольненько. Это для вас будут приятные бонусы действовать 20 лет. Ну, в принципе, если правильно использовать, сможете много получить чего. Претензии на Северные острова вы получите. Под Северными островами, как вы понимаете, понимается Фарозы, Фареры имелись в виду, как-то перевели Фарозы. Что за Фарозы, они как-то неправильно шли. На Исландию даже у вас будут претензии. Ну и Тресковые войны, война за Треску. Да, битва за Арахис, битва за Дюну, да, и прочее. А тут битва за Треску, да, у нас с вами будет. Вот такая вот возможность. Торговать в Северном море развивать можем. Дарнгенский проект.
получить возможность колонизации, заниматься Новой Шотландией, основать даже такое есть, если вы это сделаете. Колледж юстиции, добыча угля в центральном поясе. Реформация тоже пережить, закон образования, Банк Шотландии. Стандартная как бы схема такая интересненькая. Типично Шотландия, что-то можно сказать. Ну и какую-нибудь Англию, тут и Англию, Ирландию, давайте какого-нибудь, не знаю, кого бы взять. Давайте какого-нибудь Улс. Ульстер, да, вот Ульстер зашли. Тут у нас вообще довольно интересные штучки. Завоевать всех соседей, покушать. Для каждого, кстати, княжества ветка уникальная, в зависимости от соседей. Объединить кланы вы сможете. Получить претензии даже на Пале, английскую территорию. За гранью разумного взять Пале. В таком случае вы получите претензии на Уэльс, на острова и на Шотландское Нагорье. Завоевать Улье, соответственно, Высокогорье. Или основание... Тринити колледжа, даже такое тут есть у нас. Завоевать Шотландию всю. Правь Британии за Ирландию, это весело. Вторжение в Англию. Такие вот довольно интересные, смелые, влажные, потные, влажные ирландские мечты. Ирландская Америка для колонизации, если вы соберетесь. И картошку туда импортировать, а почему бы и нет, да, согласитесь. Довольно тут смело такие планы предлагаются. Вот основные как бы миссии. Есть еще за Францию, я покажу, потому что Франция все-таки страна довольно мощная, имба, играбельная. Тут видите, что на экспансию много сделано всего, заселение этих, вернуть все земли, которые Англия контролирует, Гасконь, двинуться дальше, Фландрия, Остиндия, в общем, похожая на Англию, только с французским акцентом, на соответствующие земли, в Италию вторгнуться, ну, в общем, все планы Наполеона вспоминаем, да. Ну, вот, соответственно, такое вот главное новшество, это вот эти вот миссии, собственно говоря, ради чего и было выпущено этот DLC. Это первое нововведение. Второе. Появилась индустриальная революция. Появился новый товар, который появляется, когда вы технологически развиваете. Если карту товарную откроете, видите, что некоторые провинции заштрихованы. Вот выберем любую из них, вот, допустим, Нортумберленд выбрать. Видим, что здесь два ресурса. Первый — это шерсть, которая сейчас производится, и сзади уголь на заднем фоне. Когда вы повысите суммарное развитие провинции до 20 и больше, ну, в первую очередь, до 20, ну да, больше 20, у вас будет инновационность 20 равна, об инновационности мы с вами сейчас чуть позже тоже поговорим, это тоже особенность этого DLC, как вы понимаете. Вам надо будет внедрить просвещение, чтобы у вас все это было последнее, в 1700 году, не раньше появится уголь, логично, да? Значит, какой нахрен уголь в Средневековье, не очень логично, будет опять же. И у вас он должен быть внедрен именно в этой провинции и принят в самой стране, соответственно. И тогда товар сменится на уголь. Уголь стоит очень дорого, 10. Это 2,5, допустим, стандартный. Хороший Иисусов дороги 4, это уже что-то заоблачное, как вы понимаете, в этой игре. А уголь стоит аж 10 монет. Ну и опять же, интересные бонусы. Модификатор местного производства товаров плюс 10%. То есть еще на 10% товар начинает производиться быстрее. То есть как бы два товара у вас будут получаться. Интересная штучка. Это тоже особенность этого DLC. Ну, запасы угля в Англии большие, как вы видите. В Испании есть одна провинция, одна во Франции, в такой классической. Несколько на территории такой Европы присутствует. Ну, конечно, куда же без Донбасса, донбасского угля и всего этого. Много территорий с углем, как вы видите, в мире представлено. Но далеко не везде он есть, опять же. Товар, согласитесь, очень ценный. Это вторая особенность этой игры. Третья, это уже, как я упомянул чуть-чуть ранее, вы видите, это инновации. Появилась такая штучка, как инновационность. Ее можно повышать, опережая кого-то по технологиям, то есть если вы первый какую-то внедряете технологию, раньше была такая модель практикуемой, что вы ждете 0%, даже у вас хватает очков, вы, да ну нахрен, зачем платить по полной, или даже плюс 5%, вы можете открыть, и вам даже нужно это открытие, но вы этого не делаете, по простой причине, как бы, а зачем, лучше подождать, пока кто-то другой откроет, а потом уже будет минус 5% или минус 10% там сосед, и сэкономить очки, я, по крайней мере, раньше так делал, потому что смысла опережать не было, потому что на одну секунду кто-то быстрее, на один месяц быстрее кто-то подключит технологию, смысла не было. Теперь же появилась инновационность. Если вы будете первым принимать идеи, в частности, быстрее всех, если вы будете быстрее всех первым открывать технологии, у вас будет расти инновационность. Опережая время, даже вот вам будет бонус в месяц идти постепенно накапливаться. И будет уменьшаться влияние соседей. То есть, когда соседи вас обогнали, вы как бы отсталые, то о какой нафиг инновационности может идти речь, соответственно. Эффект от 100 инновационности следующий. Спад армейских традиций минус 1%, спад морских традиций минус 1%. И самое главное, стоимость всех очков минус 10%. Довольно приятная штучка. Такая штучка только есть в Золотом веке, когда вы активируете стоимость всех очков.
минус 10%. Поэтому, а еще если это в золотом веке у вас, то бонус приятный. Действует пропорциональная штучка. Поэтому иногда есть события у национальных стран. Вот, например, тут у Англии тот же этот анатомический театр будет решение. Я вот тут поиграл с 5 лет, у меня выскакивало. Если мы его сделаем, то у нас санкционность повысит на 1-2 единички. Ну или понизится, если откажемся, запретим все это как мракобесие. Какой-то будет. Поэтому сонность тут важный параметр, который дополняет игру и делает как бы технологическое более быстрое развитие, что ли, более что ли актуальным для вас, соответственно. Это у нас третья была особенность. Четвертая, это появились морские доктрины. Вот такая штучка интересненькая. Здесь она выбирается. Вам на выбор предлагается 5 морских доктрин. Вы можете активировать одну из них. Первая — это воздействие флота. Вы будете платить на 15% меньше за содержание флота. Вторая — свободные гребцы. Доктрина боевых галер плюс 15%. Галеры более эффективно будут сражаться. Торговый флот. Торговое влияние от кораблей плюс 33%. То есть, когда вы свой флот отправляете на защиту торговли, это будет эффективнее на 1/3. И, соответственно, абордаж, шанс на захват российских кораблей плюс 33%, на 1/3 больше. Ну, знаете, когда время от времени, когда вы воюете с кем-то, у вас есть шанс не потопить корабль, а захватить его себе, если вы побеждаете. В таком случае это вот повышается на 1/3. Одна из самых понравившихся мне доктрин, я вот ее ставил, мне она очень понравилась. Флот «Наша стена» — хорошая штучка, бонус за сражение подконтрольных берегов плюс 1. То есть, если вы контролируете берег, то, допустим, оккупировали, это ваш берег, то там, около этой территории, на воде вы будете сражаться более эффективно. Тоже интересная штучка. Выбирайте доктрину, сменить можете потом. Выбор морской доктрины будет стоить 245 монет, так как наш общий потенциал моряков — 2300-500. Понимаете? Это зависит от вашего потенциала. Сколько у вас потенциала моряков, то есть и столько, соответственно, будете платить. Потом вот вы выбрали доктрину, бонус получили, вы можете сменить ее не сразу, хочу заметить, а только спустя некоторое время. Будьте внимательны. Соответственно, старая доктрина будет удалена, вы еще раз проплатите за все это. Имейте это в виду. Так, это морские доктрины вот такие вот появились. Дальше. Это все, кстати, что рассказываю, это все будет у вас, если вы оплатите ДЛС. Потом будут еще бесплатные бонусы, о которых мы с вами поговорим. Дальше у нас с вами будет новая штучка довольно интересная. Запись вылетела, ничего, продолжаем. Следующая уникальная особенность, которая появилась здесь у нас с вами, это англиканство. Это новая религия в игре. Точнее, если быть, конфессия, деноминация, как кому больше нравится. Разновидность христианства, разновидность протестного христианства. Как вы знаете, в Европе католичество наверное, от начала игры, и других непосредственно течений нет. В самой классической Европе, если не брать восточные земли, где православие. Но это отдельная история. Так вот, когда накопится желание реформ, необходимость реформ, тогда начнут появляться ереси. А конкретно в начале протестантизм, чуть позже реформаторство подтянется. Так вот, теперь, когда вы дойдете до этого, чуть еще также подтянется англиканство. Вкупе уникальное для Англии. У вас выскочит соответствующее решение, событие, где вы сможете либо принять это и внедрить, либо не внедрять. Уникальная штучка, дающая ощутимые бонусы. Но в конце концов, новая религия. Это ни много ни мало. Очень редко в игру добавляют здесь новые религии, как вы помните. Обновляют в основном старые, дополняют механики, но новых не внедряли. Ну, англиканская церковь, как вы понимаете, когда кое-кому захотелось развестись, а католическая, как бы, папа не разрешал, все против был этого. Ну, похрен, я ввожу свою церковь англиканскую, и она может разводить спокойно, когда захочет. Ну, грубо говоря, как-то так, да? Что довольно интересно, в сценариях, если вы зайдете, там будут протестантские протестанства, и реформаторство, англиканство не будет. Но, тем не менее, в Англии оно появится, если вы этого захотите, когда желание реформ будет. Дальше, появилась интересная штучка, сейчас нам надо зайти за какую-нибудь страну с субъектом, ну, допустим, за Прованс, давайте зайдем. Прованс, откроем субъекты. Появилась новая возможность взаимодействия с субъектами, распространение знаний. Как он работает? Что если есть какой-то зависимый от вас субъект, вассал, там, протекторат, неважно, у которого институты более слабые, чем у нас, у вас. Допустим, у вас вот феодализм, а вы завассалили кого-то, у кого феодализма, например, нет, например, Большую Орду. Ну, я так, гипотетически, чисто ради аргумента. То вы сможете распределиться знаниями, распространять институт, оплачивать 10% их дохода. И в таком случае вы будете как бы быстрее распространять на территории института. Что иногда может быть полезно, но в первую очередь выиграют от этого, конечно же, вассал. Ну, если вам выгодно иметь более сильного вассала, который не отделится от вас, а которого вы будете использовать, например, как марку или еще как-то, почему нет? Такая возможность предусмотрена. Дальше вернемся на территорию Англии.
У нас с вами следующая особенность, это новые юниты. Если вот мы приблизимся, так посмотрим, видим, что новые скины. Юнит пак отдельно они выпускать не стали, они как в этом дополнении все объединили. Видим, что новые юниты у нас тут. Видим особенности национально ирландские, причем отличаются друг от друга не только цветом, как вот эти. Уникальная раскрасочка, костюмчики новые. У Шотландии, Шотландию мы не видим, к сожалению. Но тем не менее, ну а что нам мешает увидеть Texco? И все, вот Шотландия видна, видим, что юниты другие. Это вот одна из особенностей. Дальше, что там у нас? Новая музыка, что очень неплохо. Вот мне один трек даже понравился. Сейчас вам покажу, что добавили. Добавили вот эти три трека. Альба, битва за высокогорье, веди свой клан. Музыка довольно хорошая, мне понравилась. Вот эти все три трека, они хорошие, качественные. Тоже включены в саму DLS, не отдельно выпущены. Вот, соответственно, что будет у вас, если вы пробашляете, проплатите эту DLS-очку. Если вы этого не сделаете по каким-то причинам, например, не видите смысла, вас это не заинтересовало, или в конце концов у вас тупо нет денег, или даже вот купите потом это DLS, но тем не менее еще играете в игру. Бесплатно появились изменения бесплатные, которые в игру вводятся. Первое из них это убрана система миссий, как вы понимаете. Переведено на задание. Миссии теперь здесь не будет. Видите, что решение, только национальное решение есть. А миссии здесь сверху нет, как они раньше были. Дальше. Появились новые провинции в Британии. Вот, например, даже новое государство. Королевство островов, так называемое, перевели. Видим, что тут провинции Ман отделили, он не был отделенным. Тут больше провинций в Ирландии стало. С самой Англии больше провинций появилось. Особенно тут вот это вот все поразделили. Это в Англии, тут у нас во Франции в северной провинции подтянули. Например, вот этой провинции раньше не было. Контентина, могу вам сказать. Переделали систему, больше провинций стало, как вы видите, в северной Франции. И в Нидерландах немножко провинции тоже расширили. Если вы обратите внимание, что провинции стало побольше в Нидерландах, да? Дальше появились новые типы повстанцев и стран самой, на своих британских островов. Какие-то нации будут появлены, если вы их выделите. Например, что тут можно найти? Вот Корнуолл, я не помню, был он, не был, как страна. Уэльс тот же появился сразу же, на момент начала игры доступен. Это у нас Нортумбрия, скорее всего. Да, Нортумбрия. Новые, в основном для Шотландии, вот можем посмотреть, тут у нас Гэлдом был, вот эта вот страна. Некоторые реализуют через повстанцев с культуры, когда проходит некоторое время. Вот, и вы их сможете выделить, если захотите. Новые страны появились. Дальше, новые национальные идеи, соответственно, для стран. Вот если мы откроем это Королевство островов, то посмотрим, тут написано Highlander Tradition. Не перевели еще разработчики, локализаторы. Кстати, перевод уже вышел даже сегодня, что меня довольно удивило. Ну, сегодня, 20 числа. 19, да, 20, когда вышла DLS. Вечером без него не работало. Ну, в смысле, если с переводом сторон запускали, у вас игра вылетала, когда за сторону заходили. Сейчас все хорошо. Появились снова вот эти вот решения, соответственно. И, собственно говоря, вот все, что появилось бесплатно. И платно в этой игре. Ну, соответственно, если вот вкратце, не вдаваясь в такие вот подробности. Кстати, если вы впервые на канале оказались, хочу вас обрадовать, потому что у нас на канале много обучающих, разбирающих видео по Европе Universal 4, вообще в целом по играм от парадоксов. У нас полностью разобрана механика Виктории 2, у нас полностью разобрана механика Hearts of Iron Fall. Вот сейчас идет также попутно в процессе разбор механики Европы Universal 4. Вчера, например, часть выходила, где я детально рассказывал про классические республики. Так что, если вы хотите детально вникнуть и не только суть более детально всего этого DLS, здесь все прям разжевано довольно детально по полочкам, ну и даже вот более детально механику инноваций, например, изучить, англиканство более детально посмотреть и прочее, то можете не стесняться на канал подписываться, всегда рады видеть новых зрителей, потому что рано или поздно, когда мы будем разбирать религии, там, другие механики, мы дойдем и до этого, что было добавлено этой DLS-очкой. Также прохождение игр от парадоксов, вот Европа Universal 4 скоро начнет выходить за одну сложную страну, не буду говорить за какую, но все сами узнаете. Поэтому я надеюсь, что вам это понравилось, и то, что вы присоединились к нашему уникальному огромному братству, если вы оказались здесь впервые, а если вы здесь уже давно, вы молодец. А если вы
не впервые и здесь, и присоединиться нам, то вы тоже будете молодцами, мои дорогие друзья, девочки и мальчики. Ну, если вот вкратце, то вот как-то так. Ну что, мои дорогие друзья, на связи был МК Бацкий, и мы заканчиваем. Всем спасибо за внимание, увидимся в следующих видео на нашем с вами старом добром консервативном канале. Всем пока!